Всем привет, продолжаем рассматривать картины. Сегодня у нас Минотавр с мертвой лошадью перед пещерой Пабло Пикассо. Свирепый, беспощадный Минотавр родился у Пасифаи, жены царя Миноса, от связи с быком. У него была голова быка и тело человека. Минотавр был заключен в подземный лабиринт, и каждые 9 лет ему приносили в жертву 7 юношей и 7 девушек, до тех пор, пока смелый герой Тесей не вызвался сразиться с ним и не убил чудовище. Выбраться из лабиринта Тесей помогла дочь царя Миноса Ариадна. Минотавр является персонификацией неизменных животных инстинктов, к примеру, похоти. Произведение Пикассо имеет личные мотивы, обеспокоенные событиями в Испании, которые привели к гражданской войне. Художник выразил в картине аллегорию своей житейской ситуации. Его покинула жена Ольга. Да-да, та самая Ольга Хохлова. И он узнал, что его любовница ждет ребенка. Для Пикассо чудовище с головой быка было символом двойственности человеческой натуры. И в своей картине он изобразил похоть и жестокость. Хотя доброта глаз Минотавра и его улыбка странным образом привлекательны, он держит лошадь, раздавленную его собственными руками, протягивая руку в сторону девушки, которая смотрит на него в испуге. Слева из темноты пещеры видна другая пара рук в умоляющем жесте. Ну вот такое описание нашел в картине Пабло Пикассо «Минотавр с мертвой лошадью перед пещерой». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Посмотрели на эту картину Пабло Пикассо «Минотавр с мертвой лошадью перед пещерой». Пока-пока.